Всем привет! С вами Денис, канал Aerobike. Вещаю из солнечного города Шэньчжэнь. Ехал вечером на своем электровелике за ананасиком. И вдруг я увидел такое чудо. Это, наверное, первый в мире электровелосипед. Багажник такой из нержавейки, вообще как новенький. Судя по виду и состоянию, это ему лет 15 минимум, этому велосипеду. Планетарка трехскоростная стоит, барабанный тормоз, мидрайв мотор Yamaha, аккумулятор никелевый какой-то еще. Замок. Мне такие замки нравятся. Очень удобно. Не надо возить с собой никакие шнуры, колесо. Но не для Украины. В Украине надо к забору привязывать. Сидушка такая. Вообще сохранилась так. Не порвалась ничего. Три скорости паса. Японские иероглифы. Кнопочка. Видать, чистый японец в Китай заехал случайно. Рулевая пластиковая. Первый раз вижу пластиковую рулевую Шимана. Интересно, хозяин кнопку сделал здесь. Такой ключ, как в лифтах. Впереди. Фара такая очень классная. Yamaha PS. 6 вольт 2,4 ватта. Покрышки Bridgestone. Выглядит очень олдскульно. Какой-то успокоитель цепи, таких не встречал раньше. Привязали с детским, плохо видно его. В общем, такой байк. Первый раз такой старый Yamaha и на мидрайве. Интересно выглядит. 15 лет назад уже таких красавцев делали. Ну и мне, конечно, стало же интересно, какого года этот велосипед, каков его возраст действительно. Я начал искать в поиске, нашел на сайте Yamaha почти такой же с виду велосипед, и оказалось, что он 2004 года. То, что я снимал, похоже, чуть-чуть старее даже. Я думаю, года 2000-го. То есть около 20 лет. Вес 22 килограмма, вполне достойно для тех лет. 240 ватт мотор. Пробег 27 километров в обычном режиме. В экономичном 37. Цена 69 тысяч японских йен. Надо перевести в доллары, то я не знаю, какой курс там. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментарии, что бы вы еще хотели, чтобы я снял для вас в Китае. Или конкретно в этом городе, в Шэньчжэне.